Здорово, господа, с вами Нео Папа, и это гайд на героя Бэтрайдер. Сегодня будем гайдить героя Бэтрайдер. Это типа хороший герой, сейчас посмотрим. Качаем ему первый стик, ой, скилл. Покупаем щиток, танго. И берем... Короче, тогда цик. Просто поставьте сир, клет за 185. И веточку покупаем. Все, бежим. Куда бежим? Кто у нас на меду? Кто у нас на меду? Есть кто-то на меду или нет? Похоже, нету. Значит, бежим на мид. Ты не умеешь мут ставить? Так, в общем, герой этот Наги Б. Так, а ну-ка, посмотрим, что у него за способности. Первый скилл, стики напалм. Способность, направленная на точку, выплескивает на землю вязкое масло, которое увеличивает урон от всех атак и способностей Бэтрайдера. Что там дальше? Масло замедляет скорость передвижения и поворота врагов. Эффект от масел складывается до 10 раз, продолжая увеличивать урон. Дополнительный урон 10. Что там, 15. А, складывается несколько раз. 10 раз. Вот видите, дополнительно может 25 раз увеличить. А, это эффект от масел складывается. Хотя может и увеличить, я не знаю. Короче, ее кидаешь на героя несколько раз. Тогда кошка больше урона наносит. Замедление 3%, 3, 5, 7, 9%. Замедление скорости поворота 70%. О, вообще герой повернуть не сможет. 70% замедление скорости поворота. Это вот и хорошо. Так, качаем теперь дорожку. Огненную дорожку качаем. Третий скилл. Так, сейчас. Вот там Акаша бежит. Против нас Акаша стоит. Неплохо. Снова качаем дорожку. Коцаем Акашу. Каждый раз кидаем на нее первый скилл. Опа, раз, масса. А ну попробуй ударить. Она убегает. Боится. Ладно. Так. Еще кидаем первый. Опа. Первый скилл, он 20 маны забирает. Потом мы его можем юзать очень много раз. Вот можем на крипов скинуть его. Больше вроде урона. Да, с подачи. Кидаем снова. Опа! Давайте копим. Боится. Он за счет раз. Котаем. Еще раз. Получила. Она убегает. Ладно, что он за... Третий скилл — это способность ненаправленная. Бежит она. Снова способность ненаправленная. Включаем первую. Так, способность ненаправленная. Представляет за собой огненный след Бэтрайдер. Во время полета Бэтрайдер получает свойство летающего юнита. Не дает дочитать. Бей разор! Не дает бей, дочитать. Бей, дамаг ты насосал, ё-моё! Во время полета получает свойство летающего юнита, в то время как след огня уничтожает... В то время как след огня уничтожает деревья и наносит урон врагам на нем. Вот. Сейчас посмотрим, как Бэтрайдер поднимается. Нажимаю этот скилл. Оп! Бэтрайдер поднялся в воздух. Видите, он может через преграды летать. Сколько это длится, это как долго. Хороший такой скилл. Все можно отмотаться легко. Через текстуры где-нибудь взяли, завязали и свалили. Так, что там дальше? Нужно максимум третий. Масло максимум. 7% замедления, очень хорошо. Два раза кидаем, минус 14% замедления. Хорошо. Давайте. Здесь. Хорошо не делать. Масло кидаем на нашу постоянную. Блин, наверное, на раз все проходит. Два раза масла.
Да, да, сразу по возможности маг, оп, кофе я. Твоё. Тоже хорошо кофе. Ладно, берём топор. Даю залпуру. Ладно. Подождём. Топор тоже кидаю. Разор, просто отгоняй Аксию. Лучше накатывай. Да, говорят, герой этот хороший. Сейчас заценим, не сильно ему умею. Посмотрим, что это за герой. Так, ну, качаем. А, это лосо. Блин, где мои мирочки? Я одной мирочки нет. Где её? Да-да, у меня. Ладно, берём веточки. И заём... Ладно, рейдим куров. Заём куров. Опа, оп, бежит. Бежит. Ну, заим нешку. Промазала. Она была нешку. Мало веточки. Бежим. Да, нормально. Уже клеточку похаваем. Да. Вот это ладно. Будем производить у первой скалы. Почему не на черных камнях, а на слишком лютых? Мы убили скалы, не оставили. Дальше ты рядом, как усилий, так как усвоились. Ты сразу знаешь, его держи. Развели ее на блюд. Да, смотрите, после первого слава там ранит побольше, да? Не ранит, это как бы был. Ладно. Буду бить аккуратно. Сюда. Что-то получил. Что-то там у Резора непонятно, что у него случилось. Да блин, 5 минут ждать, это долго. Зрители мои смотреть, ждать не будут. Берем лосо и вот так вот тянем. Опа, и она сгорела, видели как? Кидаем лосо, потом ешку нажимаем, и она сгорела. Просто мы ее спалили. Снова качаем огонь. Вот его. Первый скилл не будет даже рано качать. Мы просто его спалили. Посмотрите, вот это убрал. Где он нас убрал? Что собрать? Что мы будем собирать? Вангард. Первый мастер, соберем его, наверное. Или давайте первый раз соберем. Урма. Нам тут ТМП не хватает. Ну, ТМП было. Многовато. Гриенева по чуть-чуть. Хорошего вам клёва. Очень великий на черный камень. Да-да, начал бить меня. Ну, не тут вам не знаю. Чёрту, чёрту. Сколько первый сейчас? Третий скилл нам. Ох. Кто-то сюда. Кто-то сюда запульнул. Короче, нам надо веточку снова. Снова веточку. Такой нету. Your bottom tower is under attack. Что вам сказать?
Помероем. У нас Прокса. Прокса это на ГБ. Конечно, хорошо, что у нас есть все хорошо. Обезьяна, бочка, она неплохо. Танец. Bottom is missing. Там тоже хорошие планы. Та неплохая. Ну ладно. Ну, наверное, тут они вполне зато ответили на мастера. На мастера тоже хорошо нарезает так. Уста у него сильная. И фармит он благодаря вардам очень хорошо. Что, можно где-то пойти загангать. Пойдем на них загангать. Там он как раз пришел Акаша. Там мы тут не поможем. Ладно, мы ему не поможем. Разор, мы ничего найдем. Ладно. Не поможем. Фанем дальше. Больше ничего нам не остается, как парни. Больше ничего не остается. О! Казан, наверное, убежала. Не, там Акаша бежит. Сейчас мы на перерез идем. Так. Опа, дабл всем сделала. Разор. Разор молодец, дабл. Так. Что у нас Спектра? Спектра уже собрала Ring of Hill. Почти вангард собрала, нормально. Спектра неплохо. А ну как там дела на низу? Так, у нас уже есть урна, и это хорошо. Два заряда. Две лечилки. Так. Что делать? Походу вард, наверное, стоят туда. Да кто-то нету героев. Сразу попрятали. Да, наверное, там варды. Короче, фармим дальше. Вот. Ладно, не получится, нормально. Качаем R. Flame Break. Способность направлена на точку. Урон магический. Кидает бутылочку с коктейлем, которая, достигнув указанного места, взрывается, отталкивая всех врагов в области и нанося им урон. Урон 75. Где это? Эрочка, а вот она. Коза. А ну сюда. Блин. Надо было, ну ладно, им героям клёво играют. Могли приоткрыть спокойно. Ничего нету, не даст. Не даст, если ничего нету. 700 копеек. Надо было так тупануть. Просто слили, пару маг покинули, раз. Ладно. Не сообразил чуть-чуть. Ладно, повезло я. Зиллер это как-то топор. Сделай такой топор. Давайте два брейкера купим. Вот. На КП. У нас тут много. КП у нас много. Ладно, веточку прородим, купим ПТ. ПТшка, чтоб делать быстрее. Всё, теперь собираем вангард. Так, пока даем взаимодействие, вот это матка. Масло юзаем, масло обязательно, идёмте. Замес.
Масло, масло! Снежка! Так, подлечим его. Опа! Блин, так все забываю. Ставим лосо. Легко попали, так. Сразу платим 5 монет. Так, станет вообще кристаллит. Сейчас покажу вам, как работает первый скиплый. Второй скилл. Кидаем. Был, видите, она взорвалась, его толкнула. Понимаешь, у кого-то фарм-то отбираешь, блядь. Да я случайно. Фарми. Ну, видите, пока мои... Сука, опять подпалил, да? Как плохо, когда он так подпаливает. Даем масло, масло, даем, на... Shadow of the Bat. Не знаю, что нам это масло, да? А может? Интересно, подводку мы можем масло кидать или нет? Надо попробовать. Keep it my knees in the breeze. Оп, куда там ворвался? Газон ворвался. Кидаем масло, кидаем. Несемся, несемся, а мы не догоним. Да, можно под лосо кидать масло, видели, а под лосо кидать масло. Что вы просто хватаете героя и... Лосо и кидайте на него, подтягивайте ногу, не масло кидайте на него. Включаем. Сейчас надо как-нибудь покашу откинуть, ставим фото вам. Решил отрасту там набить. На. Ну, давай, нет. Живет. Идем, покупаем Вангард. Уже забрали.
А дальше мы собираем, вот видите, основные предметы. Дальше мы собираем обязательно блинк. Так, покупаем ангар. 1700 хп у мага. 1700 хп, вы видели это? Разора 1300, мы посмотрим сколько в этого черного. 1293. У этого пенделя. 1000 хп. Бетрайдер это танк, да? Не маха танк, на мага, на танка похож. 1700 хп на 13 левеле. Это очень много для мага. Я вам скажу, очень много для мага. И можно спокойно врываться за место и танковать. Сейчас у меня там больше хп, больше чем кого. Я могу спокойно танчить. Поливаем, поливаем. Опа. Опа-па, кто-то там будет. Ну, правда, нет. Хорошо, можно переворваться. Давай, не помню. Первый. Хорошо. Вот, казах, казах. Вон от каша, несемся в замес. Оооо, нас, нас. Нас сразу снили. Вот зато, видите, мы вот протанковали, они пытались нас как раз слить, у меня вот наш герой, вот, я же говорю, он 1700 хп, они пока меня сливали. Мои тиммейты, которые там по 1000-1200, 800 хп у тракции вообще. Просто их разобрали. Так что, в принципе, нормально. Я потанковал, и благодаря этому мои тиммейты что-то прокачали. Да, что-то это идет быстрая игра. Почти пронесли, когда вы вышли вообще 400 хп, вышли маловато. Бетрайдер так, в принципе, неплохой герой. В принципе, неплохой герой. Что ему дальше собирать? А, блин. Ладно, берем ТП и на топ. На топе там, похоже, мята. На топе мята. Кидаем, кидаем ракету. Ох, сразу все крипы. Ракета. Бомбочка. Она на ракету похожа. Там еще польем маслом. Еще раз масло и ракета. Все. Бежим, короче, к нашим товарищам. Они тут память, идите нам вход. Наверное, нет память. Герои. А что там, мат? У них, короче, нету. Керри, короче, у них нету нормально. Так, один пока. Либо мантер может что-то. Что-то могут сделать. Ну и коза, коза тоже опасна. Качается там, тяжело ему. Ооо, замес, уже замес начался, бежим помогать. Пропустили. Да ладно, мы просто
Погнали, может, еще что-то крутое. Бежали давно. Ну, мне не было в замете, не замете. Наших разобрали просто сразу. После вас героя сразу просто. Несемся от этого хотя бы. Китанки. Поливалкой. Опа, давайте, лом, смотрите, опа. Раз. Она плинку надежненько. Блин, хватит. Минус два. Че не вас? Это трайдер вообще первым плевать, так 1800 хп, это тяжело его. Все, короче, поможем. Вот он. Так, правильно. Берем блин. Никого не надо, берем блин. Берем сразу блин. На троечке его поставлю. Не, на пробел надо. Томат. Такого, вот так он прилетает. Качаем лассо. Лассо уже 4 секунды. Кидаем масло, лассо, огонь! Кидаем бомбочку. Несемся. Убираем. Нас все равно не догонят, через огонь никто не пойдет. Кого-то. О! Сзади кто-то. Так, коза. Запускаем бомбу. Блин, она сейчас в ту сторону его скинула, ладно. Нормально, минус коза. Идем дальше, что там, мои маякуют, что нужно мид сносить. Мои тиммейты маякуют, нужно мид сносить, носим мид. Так, что там у них осталось? Один иномантер и белый герой. О, иномантер пустил первый скилл на Резора. Резор стоит, сейчас замерзнет, сейчас он вот замерз. Нужно его даже пытаться его похилить. Опа, так. А, насливается, Ладно, сейчас. Давай, отойдем. Пока поживут. Другой раз. Кто-то тут наверху пытается вышку. Это спектра. Спектра пытается вышку. Кушать. Пытается помочь. Снова. Так оказалось таким мягким героем. Быстро мы его довольно сильно. Пускаем, оп. Притянул ак. Когда, наверное, уйдет. Уйдет. Ничего нет, если это вас оберет пилот, будет. Увидели, как она скептически не сбила. Счет 33, 24, пока что все нормально. Коза, все-таки сбрилась и труд.
Сейчас посмотрим. Да-да-да-да, сейчас и шейкс. Да, и это минус шейк. Я так и знал, что его там казана такого не... Понятно, что вторую кину подбирал кину. Там видели как шейкера сняли вообще. Даже не подумал, что там коза мою прийти и просто снимет. Даже не подумал. Думал, что его не видят. По фанник не помню, а тут там. Так, что мы ему дальше забираем? Хорошо, конечно, Линкен Фьер подразумевает. На меду, на меду, так, на меду. Убиваем, убиваем, сейчас, сейчас нас замедляют, убиваем, так, 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 так. Все. Ладно. О. Так, рецелит. Хорошо, уже неплохо. Поднакопил что-то. Сектор что-то поднакопил. 17 уровень Магивара. А это какой у него? Первого уровня Диффузел Блейд. Юзает. Чувачок юзает уже 0. Заряда. Посмотрим на трассу. Трасса Shadow Blade. И кресты. Дезолятор. Тоже, ну, доминатор тоже хорошо. Вот, решили. Хорошо на свете. Кто там один просто тракта? А, да, ну я первого отливаю. Ну что мы купим, не понятно. А, короче, купим сразу, что у нас линки купим. Дабл киви мои уже разбирают. Кто там Резор? Что у Резора? Резора Саша Яша, им теперь этого хватает, чтоб наебать. Кто там трипл килл делает? Трак там. Трак уже трипл делает. Он дальше начнется просто отпустить. Далее ей фарм. 39-29 счет. Смотрим, что дальше. Вообще нужно вот сейчас покажу вам. Так, она так вот как-то блинкнута и вытащит героя. Сейчас я покажу, как это делается. Короче, ладно. Вот, сейчас покажу. Не дает вытянуть. А сразу меня подкидывает. Белая хрена сразу подкидывает. Захерячен все, что у нас есть. Огонек, огонек, огонек. Вот так. Так, надо помочь.
На топе вышку маячит кто-то. Давайте поможем, посмотрим, что там. Что там с вышкой? Тебе. Не узнаешь? А, это Шейкер. Шейкер тут смотрится. Он что-то усилок собирает. Синий бот. У тебя тоже не сразу. Я говорю, зачем мы сыскали в туре? 2300. 2300 хп. 19 левел, почти ничего нет. Почти ничего. Хорошая, короче. Блин, знаешь, зачем волосы? Вперед, силы. Так, берем ему портфеля. Там нужно было вот это, наверное, собрать шиву. Шиву? Ну ладно, соберем все. Блин. Портфеля. Соберем его. Конечно, шиву им хорошо было. Для кино полезно. С брони было много. Блин, это тоже неплохо. Ворвался. Лосой кого-то вытер. Сейчас, может, продемонстрирую вам, как это делает. Ну, нанизу там двое кто-то вот пытает пропустить. Да, это Петра. Петра и Прокса тут пытаются что-то сделать. Но у них не сильно получается. Сейчас им поможем. Вот, видите, герой. Коза, коза, коза! Бежим, бежим. А, ладно, мы его вытянем. Так вот, бежим, бежим, бежим. Но белого героя не было рядом. Так, 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 так. Делаем вот так вот блинк. Не получилось, не все. И Аркс успел заюзать. Притянуть первым. Короче. Мы ее разобрали. Ну, вообще надо аккуратно играть. Дальше. Вторую, первую. Лосо. Обычно лосо такое. Включаешь за лосо. Включаешь Е и С. Ну, масло кидаешь. Обычно такое врывается за нет. Включаешь. Кидаешь лосо. Включаешь огонь. Ну, пока ты масло кидаешь, добиваешь потом. Да, да, ну, второй. И все, героя нет. Ну, сразу сначала должен наебать. Убивай героев. Ну, так, короче, герой мидер. Лосный мидер, бутрайдер. Тяжело стоять на виду. Да, и не только, вообще, против него тяжело стоять. Если кто им умеет играть, то им против им тяжело им стоять. Здорово, господа, с вами Нео Папа, и это гайд на героя Бетрайдер. Сегодня будем гайдить героя Бетрайдер. Это типа хороший герой, сейчас посмотрим. Качаем ему первый стик, то есть скилл. Покупаем щиток, танго. И берем... Короче, тогда цик. Просто поставьте сир, чтобы он клет за 185. И веточку покупаем. Все, бежим. Куда бежим? Кто у нас на меду? Кто у нас на меду? Есть кто-то на меду или нет? Похоже, нету. Значит, бежим на мид. Ты не умеешь мут ставить? Так, в общем, герой этот нагибе, нагибе. Так, а ну-ка, посмотрим, что у него за способность. Первый скилл, стики напалм. Способность, направленная на точку, выплескивает на землю вязкое масло, которое увеличивает урон от всех атак и способностей Бетрайдера.
Что там дальше? Масло замедляет скорость передвижения и поворота врагов. Эффект от масел складывается до 10 раз, продолжая увеличивать урон. Дополнительный урон 10. Что там? 15. А, складывается несколько раз. 10 раз. Вот видите, дополнительно может 25 раз увеличить. А, это эффект от масел складывается. Хотя может и увеличить, я не знаю. Короче, ее кидаешь на героя несколько раз. Тогда скорость больше урона наносит. Замедление 3%. 3, 5, 7, 9%. Замедление скорости поворота 70%. О, вообще герой повернуть не сможет. 70% замедление скорости поворота. Это вот и хорошо. Так, качаем теперь дорожку. Огненную дорожку. Третью сделку.